героин здесь вот так беру. Суть в другом. Hotline Miami. Суть в Hotline Miami. Сука. Тихо. Блять, сука, собака. Ты посмотри, гля, блять. Что это за гомики? Ты посмотри на. Сейчас я на изи прошел. Вот здесь меня выбешивает уже что-то. Меня сейчас, блядь, и ебану Моник просто с кулака нахуй. Первонаперво в Hotline Miami надо спокойнее играть. Мышка летает. Надо спокойно играть такие игры. Блять, смотри, выблядок выбежал откуда. Блять, вот что за мразь нахуй? Откуда он, сука? Да иди нахуй, додик ебаный. Пошел. Ой, блядь, там пидорас. Через стекло смотрит вот этот выблядок. Да вы ебаные макаки. Только не негр, ебаный. Сука, блядь. Да ебаный твой день. И чё это, блядь? Всё, на. Блядь, такая пидормотская музыка. Не, я не могу. Всё, погнали. Эй. Сука, крутит жопой. Вау, братьев крутят копы. Не пизди нам, братьев, гадёт. Сука, они, сука, крутят жопой. У меня чопа в кармане. О, ножик берем. Все, ножом сейчас всех вырежу. На. Прячемся, ныкаемся. Сейчас главное нигера замочить. Он вот тут, сука, он опасный, пиздец. Все, на. Бля, тут стекло ебаное. Хорошая возможность, потому что дробовик. Да. Ровно встань. Сэ, ну я в принципе согласен. Похоже, ты пришел сюда поболтать. Так, давай решим вопросы. О, ебать. Да не, бро. Сука. А, я понял, ебать. Да, побазарим еще. Ах ты сучка, блядь. Иди сюда, блядь, сука. Сюда, блядь. Оставь его, он мой. Нихуя. Ну давай, сюда, блядь! Иди нахуй, сука! Пантера ебучая. Да, блядь, кошки ебучие! Ой, что это такое, блядь? Чего это, блядь? Шо, монитор новый, хороший. Оба, тихо. На нахуй! Берем меч, берем ножи, блядь. Ебашев. О, блядь! Все заново. Спокойно, блядь. Это диалоги, они мне сейчас скорее... Я не выдержу уже этих, вот этих диалогов просто. А я сейчас около него пиздану и все, блядь. Блять, одну руку отрубила. Козел, с одной рукой. Фен нюхаешь и играешь такую игру. Так, спокойно. Блять, пизда ебаная. Мразь, пизда. Еще левая рука, блин. Спокойно. Да, блять, гандон. Все, спокойно, играем просто, блять. Не, эта музыка ебанутая, она раздражает. Я отвечаю, сейчас включим что-то спокойное. Давай по новой, Миша, все хуйня. Бля. О, боже, блядь, ёб твою мать. А сейчас мы знаешь, что, бля, мы его блядь, ебем. Да! И опять бутылка мимо. Диалоги, сколько эти диалоги можно читать? Почему нельзя сразу с чекпоинта появиться и просто нормально, спокойно? Вот скажите, что я буду делать? Так, ну, можно подумать чисто логически. Сейчас она приползла вот сюда, значит. Блять! Мразь ты ебаный! Сейчас самое интересное. Да блять! Кто, блять? Мразь, блять. Спокойно. Блять, он эту УЗИ не мог поднять. Я нажимаю, блять, правую кнопку, он не поднимает. Пидораска, блять. Короче, не пошел он нахуй.